Происшествие в Старой Руси. Сегодня утром из окна второго этажа местной ЦРБ выпал 3-летний ребенок. Мальчик жив, но получил ушибы и ссадины. Как утверждает руководство больницы, ЧП произошло из-за нарушения правил пребывания в стационаре родителями маленьких пациентов. При посещении места чрезвычайного происшествия, подчеркиваю, все окна туалетов были закрыты. Все ручки от замков находятся на хранении, недоступном для пациентов. Ребенок в возрасте 3 года 7 месяцев не мог самостоятельно добраться до подоконника. Он не мог бы это сделать без участия постороннего лица. В отделении много детей, много матерей, которые, к сожалению, находясь по уходу за детьми первого года жизни, курят. Несмотря на запрет, возможно, имеют какие-то возможности открыть это окно.